Городок у нас всегда был райский. И пусть мы живем скромно, все-таки мы не унываем. Тащи банку, будем скидываться на свет. Мы – это моя семья, мои дети, мои кровинушки. Надежда и опора. А ну стой, подлец, все равно поймаешь! И теперь они думают, что могут требовать от свободного гражданина, бросив всю работу, блядь, и бежать к ним. У тебя нет работы. Потому что у меня есть яйца. На кухне бомж, трансвестит, тут труп закопанный лежит. А вечером ФСБшники придут. Класс! Тебе уже 9 лет. Ты должен зарабатывать так же, как и все. Других получай. Тачки, которых я разъезжаю, не мои. Я их сначала гоняю, а потом продаю. Ты что, прокатимся? А если почки опустят, ты что делать будешь? Ссать буду криво. Юлечке очень нужен репетитор по физике. Юлька! А ты чё сюда забралась-то? Ты труп, зайчонок, понял? Ты труп! У меня отец, он урод. Плевать он на вас хотел. Ты чё, совсем охренел? Хочешь кабана её раздразнить? Если я должна за всех думать, то это значит только одно. Что я всем нужна. С этим уродом у тебя работы до конца жизни. Ладно, ее вообще мне не пить. Знаешь, как-то расслабляться, пятеро детей. Спасибо тебе, Катюха. Да ладно, пап, мне же не трудно. Кто из вас меня в гробу видел? А вы хотите песен, их есть у меня. Я беру любого соловья. Я старый металлист, тусовщик и стиляга. А сейчас будет лай, матерые соляга. Ёбаный пиздец! Дебил, ты чё творишь? Вот такая у нас семья. А я Гоша Груздев, её глава. Наставник, учитель, пример и образец для подражания. Нет, ну... Через ки пишется, кровати хреновый. Позорить великий могучий. Имбецилы.